Хизри Абакаров осмотрел ход работ по комплексной реконструкции парка имени Низами Ганджеви. Работы на объекте проходят в несколько этапов – строительство большого мультимедийного фонтана и благоустройство парковой зоны. Об итогах рабочей поездки государственного секретаря Дагестана расскажет Патимат Ханапова. Фундамент уже залит, установлены электрогенераторы, 180 насосов. По фонтанному комплексу идут активные работы, приведены в порядок наружные и внутренние сети, где расположены резервуары для воды. Он с утра пораньше, с 4-5 утра начинает и до поздней ночи. И вот этой площадки уже завтрашнего дня начинает, здесь уже техника больше ездить не будет. Предложено дополнительно обустроить зоны общественного питания, сувенирной торговли и размещения санузлов. Их планируют строить в искусственные холмы, а на верхней точке этих объектов будут размещены террасы для отдыха людей. Мы сейчас один день приедем, соберем всех бизнесменов, кто хочет вложить. Да, у нас на это денег нету. Да, вкладываем, отсыпаем ее вот так полностью, как она будет. И сейчас, по-моему, мне уже сказал, что проекты готовятся, да? По концепции, предложенным JK, сейчас отрабатывается полоса включения дополнительных помещений в холм с интеграцией там, общественного питания, которое можно будет впоследствии использовать. Это самый большой по площади городской парк в Дербенте. В последние годы он представлял собой пустырь. После завершения работы по благоустройству он станет одним из самых современных парков не только на юге России, но и во всей стране. Патимат Ханапова, Ирина Канберова, Полизат Курбанова, новости ННТ, Дербент.